Ликвидация последствий тройного ДТП, тушение пожара в автомобиле, помощь пострадавшим. Такие непростые задачи поставили перед люберецкими спасателями во время учений. Наша съемочная группа наблюдала за экзаменом. Из-за короткого замыкания на дороге загорелся автомобиль. Водитель бензовоза, который едет навстречу, не справляется с управлением и создал аварийную ситуацию. Через считанные минуты на место ДТП приезжают спасатели и бригада скорой помощи. Чтобы предотвратить взрыв, бензовоз заливают пеной. Спасатели ликвидируют последствия крупного ДТП. Задача – извлечь участников аварии из автомобилей, оказать им первую помощь и передать медикам. Первое прибывшее подразделение произвело разведку, начало оказывать помощь, запросило дополнительные силы. Мы прибыли, получили задачу на деблокировку и спасение пострадавшего, находящегося в машине, которая лежит на боку. Условия максимально приближены к реальности. Каждая минута на особом счету. Несмотря на то, что это всего лишь учение, спасатели не расслабляются. Ребята получили задачу здесь, так сказать, такую же, как они получают при реальном вызове на пожар. Информация у них была минимальна. Работали они, так сказать, с листа. Как вот они должны были работать, так они проводили аварийно-спасательную работу здесь. На одной площадке задействовано более 30 человек и 10 единиц спецтехники. Спасатели отработали весь алгоритм действий и в очередной раз подтвердили свою готовность прийти на помощь. Я считаю, что сегодняшнее учение проведено на высоком уровне. Принимали участие спасатели, которые стали чемпионами России в 2017 году. Были отработаны вопросы координации взаимодействия со всеми обеспечивающими службами, с администрацией городского округа Люберцы. В последнее время у нас очень участились случаи возгорания автомобилей, поэтому пожарные части, расчеты пожарных автомобилей должны четко действовать при тушении автомобилей. Такие учения люберецкие спасатели проводят постоянно. В следующий раз свои профессиональные навыки они отточат в сентябре. Луиза Игазарян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.